Лианы. Лианы у меня такой самый распространенный вариант. Мы берем с одной стороны руки, на другую сторону руки рисуем лиану. Они тоже могут быть разные. Тоже с контролем, давления на конус. Надо было мне новых, ну, сделать. Но когда вот такие вот получаются у нас неровности, на помощь к нам приходят точки. И здесь мы просто рисуем веточки. Это у нас уже как отдельный дизайн. Он хорошо заходит. Его можно быстро нарисовать. Комбинирую разные виды лиан, разные виды веточек. Веточки рисуем каскадом, не забываем об этом. Чем дальше от лианы, тем она меньше. Вот. Такой браслетик у нас получился. То есть самое распространенное это вот такая вот диагональ. И завершающий этап это у нас точечки, которыми мы скрываем наши небольшие косячки. Вот.